Сегодня состоялось заседание комиссии под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова. В совещании приняли участие члены комиссии, руководители правоохранительных, государственных и местных исполнительных органов, члены областного общественного совета, а также акимы районов посредством видеосвязи. На совещании было отмечено, что факты коррупции в регионе не снижаются. Аким области подверг критике ответственных лиц по данному вопросу. Подробнее расскажем далее. В ходе мероприятия руководитель службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Саян Ахмеджанов сообщил о новых подходах агентства в реализации антикоррупционной политики страны. Рассказал о карте коррупционных рисков, специально закрепленной за каждым регионом республики с целью устранения условий для коррупции в сферах, волнующих население. Возьмем земельные отношения, в частности, вопросы незаконного распределения земель для индивидуального жилищного строительства и сельскохозяйственного назначения, неиспользование земель по назначению. Необходимо отметить и вопрос распределения жилья. Эти вопросы часто волнуют жителей этого региона. Поэтому в этом вопросе очень важно объединить усилия, возможности местного исполнительного органа и общественности. В своем послании президент также отметил, что значительное расширение полномочий местных исполнительных органов – это увеличивает возможности решения актуальных вопросов населения. Нуржан Мулдиярулов, просим оказать поддержку в решении социальных проблем жителей данного региона. По сравнению с прошлым, в этом году наблюдается рост коррупционных фактов. В числе нарушителей в первых рядах находятся сферы здравоохранения и образования. Глава региона отметил, что итоги неэффективной профилактической работы привели к росту коррупции. Ответ перед акимом держали руководители вышеуказанных сфер. Я говорю о росте новых правонарушений. Скоординировать действия в вашей компетенции. Почему мы не видим результатов координации? Проблема заключается в этом. Если бы вы работали совместно с управлениями, количество преступлений уменьшилось бы. Конечно, если бы вы выполняли эту работу. В своем докладе руководитель департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области Шакир Султанхан перечислил ряд нарушений. Подводя итоги совещания, глава региона дал конкретные поручения акимам районов по отраслям и вопросам, рассмотренным на повестке дня, строго предупредив, что ответственность каждого лица, допустившего коррупционные правонарушения, не будут проигнорированы. Данасамат Мажанурумбасар, Нурлан.